Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру и Роману Бондаренко, которые боролись против диктатора Лукашенко. И вот Путин фактически отрекается от бульбофюрера, который заваливает Европейский Союз нелегалами. Путин утверждает, что я не я и хата не моя. Но каждый здравомыслящий человек понимает, что Лукашенко не решился бы на такие действия без санкций на это большого брата Путина. Я считаю, что Путин играет такого шурика, который, мол, да мы не знаем, этот типа, этот картофельный лось что-то сам придумал. Но я вам хочу сказать, что картофельный лось уже буквально года полтора сам ничего не придумывает. За него и ему придумывают это российские спецслужбы и Кремль. И вот это мне напоминает ситуацию с мигрантами, как российская сторона отрекалась якобы от того, что они не причастны к задержанию журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси. Я считаю, что верить Кремлю, верить словам Путина, это признавать, что ты какой-то дурачок. Живи Беларусь, слава белорусскому герою Андрею Зельцеру и Роману Бондаренко. И сил, здоровья нам. Я высказал просто свое мнение.